Друзья, всем привет. Хочу вот отсадить вот эту алаказию Black Velvet из этого аквариума, потому что она забивает уже соседних. Чтобы вам показать, какой размер, понять, сейчас покажу. Вот спичечный коробок. Ну, вот так вот. Он лежит на листе. То есть, понимаете, размер не маленький. И вот теперь проблема. Я не знаю, как вытащить. Я пробовал. Там сидит она мертва. Вот смотрите, как уже корни проросли. Это Аджаклин. Такая она у меня. Дама странная. Тут же в углу мои, те, которые там, посылка у меня была с микроклубеньками. Все никак они там не прорастут толком. Ну, тут у меня два вида, ну, таких, ну, как сказать, два вида. Большинство это вот алаказия Black Velvet. И сюда же я высаживал этого шкуру дракона. Вот здесь вот он. Несколько проросло. Ну, короче, надо вытаскивать. Говори, не говори. Сейчас телефон на штатив поставлю и буду вытаскивать и вам показывать. Так, все вроде установил. Фокус. Так вот. Ну, вот так вот надо, чтобы виднее было. Так. Так, так. Я сейчас, наверное, все вытащу тут с этого, с аквариума, с этого, там корни, наверное, просто караул. Придется, наверное, не одну пересаживать, а две. Да ё-моё. Да, скорее всего, будет две у меня на посадку. Что-то тут у меня еще какой-то. А, это этот хотелантуриум. Тут, чтобы вырос у меня из палки. Но не получилось. Блин, это караул. Видно вам? Сейчас я... Ух ты, какие корни. Так, 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 так. Что делать? Что делать дальше, я не знаю. Думал, что так получится. Вот так вот. Сейчас. Так, друзья, сейчас. Что тут у нас осталось? Все поднял. Надо опускать теперь вниз. Ну, будет что посадить у меня. Есть там алаказия еще эти. Как их? Вспомнил. Вспомнил. Алаказия поле у меня еще можно сюда несколько посадить. Ну, а мы сейчас займемся вот этой красотой. Так, ну посмотрим корни. Ой, тихнул только. Так. Корни тут отдельная история. Это
просто караул. Просто сказка. Так бы все бы и посадил бы. А, Оля, а я и забыл. Это от пня получается. Когда у меня была такая? Я уже и не помню. А, это самая первая моя алаказия. Я ее обрезал, походу. И пенек вот этот ставил. Оставил, то есть пенек для эксперимента, наверное. И вот он такой результат дал. Так, сейчас я камеру поставлю. Фу, камеру, телефон. Так, так, смотрим дальше. Вот, теперь удобнее стало. Видео, наверное, будет долговатое по распутыванию корней. Ну, кому нравится, смотрите, кому нет, на ускоренную перемотку и будет хорошо. Так, ну что хочу сказать, деток я не вижу. А вот корешки. А не, вот детка, да? Вот она вроде детка есть. Такая хорошая. Ну и вот таких вот много разных. Или это от самой детки? Да, это сама детка вот эта проросла. Ну, такие отличные корни. И вот они будут. Будущие, так сказать, алаказии. Ну, корни классные. Так, убрать пока эту. А, вот маленькая детка, да? Ну, она сидит хорошо, я убирать ее не буду, пускай. Вот так я, наверное, и буду сажать вместе с этим пеньком. Или отделить уже. Наверное, отделю. Да, вот так отделю. Этот корень попробую посадить еще, потому что вот видно, что детка есть. Так, назад, иди в аквариум. Тебе там привычнее. Такая красота. Так, так, теперь надо найти два горшка, куда вас посадить. Пошел искать. Так, продолжим. Нашел я два вот таких транспортировочных горшка. На низ положил маску одноразовую. Сейчас насыплю туда. Так, видно будет. Должно быть видно. Дренажа. Прям так хорошо насыплю. Ну, чтобы потом, как минимум, полгода еще будущий владелец этого растения не будет пересаживать ее на грунта. А, друзья, еще это тоже смотрю всякие вот эти каналы разные по как его. По саду, огороду, там, ну, интересуешь же, да, там, всякими разными. И на одном из каналей, на одном из каналов, наверное, так сказать правильно, там бабушка одна, ну, наверное, бабушка, мне она, может, бабушка, кому-то тетя там, но ее там называют и мама, и тетя, и бабушка, и ты наша
благодетельница, тетя Таня, знаете, как в этом. Спокойной ночи, малыши. Знаете, что она сказала? Что, оказывается, аллерин Б медь содержащий. Но, чтобы я прочитал несколько раз, интернет там весь облазил, пересмотрел все там туда-сюда. Тут написано, действующее вещество, видовое название микроорганизма, название штамма или изолята бациллус субтилус, штамм такой-то, такой-то. Все, это ну, биологический, как там, ой, как он там, биологический фунгицид, да, или как он там, ну, короче, меди тут и близко нету. Ну, ты что там, медь присутствует там, оказывается, вот как-то так. Я ей пишу, под, уже, я не знаю, под третьим или четвертым видео, покажите мне, говорю, где есть в составе медь. Ну, меня или заблокировали там, или игнорят, я не знаю. Положу вот такой вот по таблетке. Видно, нет? Да, глиокладина. Хоп, 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 хоп. Так. Неудобно как-то мне так сажать. Делаю вот так вот. Так что вот так вот имейте в виду, кто пользуется дома вот этим, вот этими препаратами. Аллерин Б, он медь содержащий. Может, для вас это будет новостью, но оно так и есть. Оказывается, оказывается. Но зато научит там их всему, ругает их там, вы там, это там, то, пятое, десятое. Ну. Я если вижу какую-нибудь, то есть, ну, там, вижу, слышу, говоря, какую-то дичь, по-простому сказать, да, то я сразу это проверяю, если у меня есть там этот препарат или в интернете, там на сайт официальный захожу. То есть как бы сейчас это не проблема, увидел в интернете, раз забил все, посмотрел, что как да почему, вот тебе и ответ. Ну, может быть, человек что-то знает больше, а мы деревня, так сказать, не очень. Так, ну все, я думаю, пока земли хватит, попроливаю и тогда уже посмотрим. Ну, может быть, досыплю. Ну, она ж... ну вот здесь корневая вообще шикарная. И она осядет же земля. И надо будет, может быть, подсыпать. Ой. Так, сейчас, друзья, посажу и потом вам включу. Друзья, хочу вот показать. Это ж вот пенек, от которого я отделил детку. И вот сверху вот эта пимпочка. Новый зарождается цветок. Ну и вот он. Я думаю, это будущий тоже. И вот внизу. То есть такой плодовитый кусочек попался. А вот у меня, друзья, алоказия поле из клубеньков, которые мне дарили. Растет. Вот. Сейчас думаю, какой-нибудь из них посадить тоже в аквариум туда. А какой? Да, наверное. Хотел сказать, никакой нет. Проредить это.
Вот такой вот клубешок. Один кину туда, наверное. Или два. Не, наверное, два. Наверное, два. Вот этот еще, наверное. Вот такой вот. Классный. Таких два растения сейчас пойдут обратно. Не обратно, а в новый дом. Чтобы видно было. Так вот. Раз. Так вот, два. Дырочку сделаю сейчас. Или отверстие. Надо же старым засыпать грунтом. Сейчас я посажу и потом покажу. Так, ну что, друзья, вот и пересадки закончились на сегодня. Я их сейчас, ну, уже за кадром поставлю поддоны. Пролью их. Проливать буду сверху. Я понял, что полив алоказии — это вообще без разницы. Сверху, снизу, сбоку. Вообще без разницы. Опрыскивать, не опрыскивать — это тоже до одного места. Они у меня, вон, моя большая, это я ее раз в месяц, если опрыскиваю, это хорошо. А эти вообще не опрыскивал ни разу. И выросли. Так что все это как бы индивидуально. Если вы хотите заморачивайтесь. Если нет, хочу показать, как вот как они у меня растут тут. Вот если видно будет. Сейчас я пошевелю, и вы увидите воду. Вот видите? Вода. На каком уровне. Я ее делаю вообще еще больше на палец, наверное. Ну это под, ну, долить надо просто, и все. Доливаю просто обычную воду. Без всяких удобрений. Сюда идет так вот. Ну, простая вода. Так что вот такие вот дела. А после эксперимента в открытом грунте шкура дракона, так вообще все вот эти там, как их, как там, прополив верхний, нижний, отвалился сразу, засушка, пересушка, то есть дожди, не дожди, ну, короче, особенно мне с грунтом, знаете, понравилось, когда говорят, очень нужен рыхлый, там, воздуха, пыли, влага, непроницаемый. Ну да, в огороде. А он там в основном и есть пыль и влага непроницаемый. Ну, так. Это чисто мое мнение. Я никого не навязываю ему. Ну, я, как говорится, я художник, я так вижу. Так что спасибо всем за просмотр. Лайки всем, всем комментарии. Всем пока-пока.